культурном центре Троицкий 20 января царил аромат Индии. Здесь прошел танцевальный спектакль «Сакральное искусство». На первый взгляд, исполнительница храмовой классики Мандира демонстрирует зрителям просто этнический танец. Но на самом деле это древнее ритуальное искусство, чей возраст 6 тысяч лет. Исполнительница своего рода читает молитву через танец. И моя задача – воссоздать на сцене атмосферу ритуала для того, чтобы люди получили от этого искусства то, для чего оно было предназначено – удачу, благосостояние, процветание, здоровье, для того, чтобы повлиять на атмосферу этого культурного центра, может быть, района, может быть, города. Скульптурные позы, зажигательные ритмы, эмоциональность героини – главные характеристики танца. Каждое движение – это определенная мысль. Открой же свои глаза, посмотри на меня. Но ты подобен камню и не отвечаешь мне. Пожалуйста, приди. Сама Мандира родом из России, училась у мастеров классического танца в Индии. Подобные выступления гости Троицкого увидели впервые, однако в скором времени такие спектакли станут чаще здесь проходить. Центр изучения храмовой культуры Древней Индии переезжает в Невский район.